На манеже эквилибристы Саралаевы. Это семейная династия. Их трюки во многом уникальны. Даже сплав перши, то есть шестов, который используют в номере, придумал руководитель группы. Саралаевы – неоднократные золотые призеры различных цирковых фестивалей, двукратные рекордсмены Книги рекордов России. Это открытая репетиция рязанского цирка. Такая идея пришла к артистам уже давно. В российских цирках сегодня все чаще хотят показать жизнь актеров изнутри. Их индивидуальные репетиции, подготовку. Здесь видны все недочеты и волнения. Темой сегодняшнего представления стала акробатика. Поэтому на манеже преимущественно гимнастические номера. После каждого номера зрители смогли задать свои вопросы. Самым частым, конечно же, стал вопрос о страхе. Не боитесь ли, мол, вот так взмывать под купол цирка? Артисты шутливо отвечали, что нет, для этого они много тренируются. Переживают скорее за товарищей. Конечно, я переживаю на каждом представлении, даже на репетиции, за всех тех людей, которые находятся в моем подчинении, вот в мой номер. Но... Как сказать, если я буду показывать свое волнение, то у нас никогда не получится такой слаженной работы. Я должен себя всегда держать в руках, понимаете? Потому что я Надежда Яркова этого номера. Они всегда смотрят на меня. Даже если я не участвую в трюке, краем глаза они смотрят мое одобрение. Правильно ли он сделал или неправильно? И пусть темой открытой репетиции стала акробатика, на радость ребятам показали и несколько номеров с животными. Тут и медведи, и собаки, и лошади. Сегодня здесь, конечно, не было ни костюмов, ни музыки, а номера шли с недочетами. Все-таки тренировка. Но публика встречала актеров овациями. Суперский огонь. Прям детям все понравилось, все довольны. Да, очень понравилось представление. Все было здорово посмотреть, как это с изнанки на... Это происходит репетиция. Очень понравилось. Мне очень все понравилось. Мне понравились лошадки, мне понравились особенно собачки, интервью, все такое вот. Мне тоже очень понравились собачки и как будто акробаты очень так серьезно. Сегодня на открытую репетицию пришли семьи участников СВО. В организации такой встречи помогла администрация города. Благодаря ей все это и стало возможным. Когда я спросила, ну вам понравилось? И как весь зал сказал, конечно, да. Вот. Ну, я думаю, что мы будем это общение и дальше продолжать. Но мы очень много проводим всяких мероприятий и детям села. Мы даже организовывали, выезжали. Рассказ про цирковые профессии, истории о манеже и так далее – все это рассказывают на открытых репетициях, посетить которые может каждый.